Найти места для отдыха в Татарстане теперь будет проще. Ученые-экологи Казанского федерального университета оценили возможность отдыха на территории Татарстана и создали специальную цифровую карту. Исследование было проведено для Фонда Институт развития городов Республики Татарстан в апреле-май этого года. Рекреация означает восстановление сил, отдых, а рекреационный потенциал – это различные условия на определенной территории, которые позволяют людям отдыхать. Чем больше таких возможностей, тем выше рекреационный потенциал. Так, заместитель директора по научной деятельности Института экологии и природопользования Мария Кожевникова и доцент кафедры общей экологии Вадим Прохоров создали карту рекреационного потенциала Республики Татарстан. Идея сама состояла в том, чтобы проинвентаризировать такие участки на территории Республики Татарстан, которые обладают высоким рекреационным потенциалом, то есть те участки, которые были бы хороши для организации туризма внутреннего, да, для развития туризма на территории Республики Татарстан. Но возник вопрос, как это сделать? Многие люди знают хорошие места, в которые ездят отдыхать, но есть ли такие места еще и как их найти? И ученым Казанского университета удалось создать такую карту. Благодаря накопленным ранее Институтом экологии и природопользования материалам получилось создать две модели или карты Татарстана. Одна из них светлая и была передана инвесторам. Все это делается в первую очередь для развития территории Республики Татарстан. И вот анализируя районы, мы можем с вами видеть вот здесь вот, что самый высокий рекреационный потенциал у нас в Верхнеуслонского района. Потом идет Камско-Устинский, Тетюшский, Высокогорский, Зеленодольский и другие районы. В дальнейшем данные разработки планируют использовать для проектирования рекреационных зон республики. Энджи Минибаева, Радмир Сафиуллин, Универньюз.